Уважаемые коллеги, мы сегодня с Олегом Полубояровым думали-думали и, наконец, решили создать новую рубрику. Называется «Невероятный выстрел». Ну, по образцу и подобию, наверное, американских передач, наши выстрелы будут из лука. Вот, и сейчас хотел бы спросить у тебя, Олег, что в твоем понимании означает «невероятный выстрел из лука»? Ну, невероятность выстрела всегда связана с попаданием. Ну да, да, да. Поэтому попадание во что не ожидал, что возможно попасть, это будет невероятным. Ну да, да. Ну, допустим, из как бы вот того, что я могу вспомнить из своего опыта, что было. Например, попадание в летящую стрелу. Ну, правда, случайное, но тем не менее, когда один лучник другому случайно во время стрельбы по мишени сбил стрелу в полете. Ну, это невероятный выстрел. Невероятный выстрел, да. В моем понимании невероятный выстрел, он содержит некоторые элементы, которые стрелок сознательно делает, и тот выстрел, который сложно повторить. Сложно повторить, ну, например, он придумал что-то. И говорит, что сделает вот так. Заранее обговаривает свой выстрел и после этого показывает, получился у него или нет. Вот. А все желающие пробуют повторить, ну, что, в общем-то, выстрел, который достаточно сложный. Но так или иначе, мы с удовольствием будем принимать, наверное, Олег, и курьезные выстрелы, и, да, и невероятные. Ну да, да, да. При том, что я сторонник того, чтобы здесь не было каких-то жестких установок, что вот это вот мы считаем, а это не считаем. Каждый определяет для себя сам, что для него невероятный выстрел. Вот мы придумали одну вещь, сегодня попробуем сделать. Да. Смешно или на взгляд, это будет невероятно. Невероятный выстрел, может быть смешной. Может и смешной, и невероятный, да. Ну, так или иначе, все ролики, которые будут вами отсняты, присылайте по адресу, который Олег укажет. Ну, мы в описании, да, укажем. Да, и мы будем их публиковать. То есть это будет постоянно действующая страница. Поэтому, ну, до встречи. Невероятные выстрелы ищем. Спасибо.